Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале. Вы сейчас видите увеличенный холст, ну, скажем так, поры холста. Я тут играюсь с резкостью. Вот они должны вам быть видны. Это видео я записываю для тех, кто спрашивал у меня, на чем я печатаю, на каком холсте я печатаю. В этом видео я расскажу о холсте. Значит, вот у меня кусочек холста, довольно-таки плотный, 340 грамм, Ламонт, серия, сейчас показываю всем, ага. Значит, серия для печати водорастворимыми пигментными и латексными чернилами. Замечательный холст. Что про него нужно знать? Он матовый, поэтому вам нужно будет обрабатывать либо какими-то акриловыми лаками поверхность, чтобы она прям блестела или, ну, так более контрастная была. И второй момент. То, что говорят производители о том, что там пигментные чернила не выгорают или там гарантия до 100 лет, еще раз говорю, что это все фигня. И после там года, может быть, от полугода до года, черный цвет у вас будет уползать в зеленый. Выгорают темные цвета всегда, вот, поэтому вот темные цвета будут уходить в зеленые оттенки. Чтобы этого не происходило, рекомендуется вскрывать лаком акриловым, вот. Я не работал еще с лаками, не знаю, на сейчас я жду очень интересный холст, я его заказал, не буду пока раскрывать все карты. По ценовому сегменту он чуть бюджетнее, чем этот холст, вот, чем холст Ламонт. Но вроде как заверяет производитель, он еще лучше, еще круче и вообще прям супер. Вот, все опробую на себе. Также мне идет рейка. В ближайшем видео покажу вам, как я изготавливаю подрамники. Вот. Думаю, вам будет интересно. Если интересно, подписывайтесь на мой канал. Канал будет развиваться разнопланово. От моментов путешествий до каких-то фото-видео печатных моментов. Вот. Ну, всем лайк, всем мир. Вот эта вот штука очень хорошая. На днях буду печатать на этом холсте. Если будет под рукой видеокамера, сниму, покажу, как это все выглядит, сама печать. А, кстати, еще, ребята, важный момент. На этом холсте в настройках принтера печатать нужно только на высоком качестве, на самом высоком качестве. Все, что меньше, будут видны полосы. Поэтому конкретно на вот этом принтере 770 все точно так же стоит. Вот, печатаем только в режиме максимального качества. В принципе, все. Рад, если видео полезно. Ставь лайк и подписывайся. Вот. Всем мир и печеньки. Сегодня видео без моего лица. Всем пока!